ты, человек? От того, как мы ответим на этот вопрос, зависит цель и смысл нашей жизни. Хотя кажется, что ответ прост. Проблемы современных людей порождены именно тем, что они не до конца понимают, из чего состоит человек. Мы попытаемся ответить на этот основной вопрос бытия, опираясь на древнюю мудрость Вед. Веды – это древнейшие на Земле священные писания, которые содержат информацию обо всех сферах жизни. Сейчас веды сохранились преимущественно в Индии, и потому люди считают веды индийскими писаниями. В действительности веды несут в себе универсальное знание. Само слово «веда» давно вошло в наш обиход в виде составляющей части таких слов, как правоведение, товароведение, праведник, поведение и так далее. Итак, древнейшие писания Земли, веды, утверждают, что человек состоит из трех основных структур – физического тела, тонкого тела или психики и души, которая является источником сознания. Физическое тело – это наиболее очевидная реальность. Согласно ведам, у физического тела существуют четыре основные потребности – питание, сон, секс и оборона. Мы очень остро ощущаем эти потребности и ради телесного комфорта пытаемся их максимально полно удовлетворять. Ради питания существует сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговая сеть, вилки, ложки, поварешки, плитки, посуда и многое другое. Ради комфортного сна люди стараются оборудовать свое жилище всеми удобствами, которыми их снабжает современная индустрия. Третья потребность тела – общение с противоположным полом. Для этого существует индустрия развлечений, которая стимулирует интерес мужчины и женщины друг к другу. Существует институт семьи, который призван удовлетворить эту потребность. По меньшей мере, один ведический трактат на эту тему «Кама-сутра» приобрел всемирную известность. Наконец, четвертая потребность физического тела – потребность в защите. Физическое тело и наше жилище могут подвергнуться негативным климатическим влияниям или агрессии со стороны внешней среды. Человек может заболеть или получить травму, стать жертвой хулиганов или грабителей. Поэтому существует система защиты нашего тела и благосостояния. Для достижения этой цели существуют дверные замки, глазки, сигнализация, газовые баллончики и другие средства самообороны. В обществе действуют страховые компании, система здравоохранения, милиция, охраняющая от внутренних врагов, армия, охраняющая нас от внешних врагов. Чем более полно общество обеспечивает нам эти четыре потребности, тем более оно считается развитым с материальной точки зрения. Но ведь не хлебом единым жив человек. Есть у него и более глубинные потребности. Откуда исходят они? Глубинные потребности, естественно, исходят из более тонкой структуры, тонкого тела или нашей психики. Каковы же его потребности? Тонкое тело нуждается в информации, эмоциях и творческом самовыражении. Поэтому люди могут требовать свободы слова, свободы мысли, свободы творчества и печати. Через это самовыражение проявляет себя наше тонкое тело. Иногда оно видно как аура, выходящая за пределы физического тела. Для осуществления потребностей тонкого тела существуют учебные заведения, средства массовой информации, интернет, библиотеки, концертные и выставочные залы, театры, кино, клубы по интересам. Казалось бы, что анализом физического и тонкого тел можно закончить описание человека. Физиология изучает физическое тело, психология изучает тонкое тело. Но исчерпывается ли этим человек? Все ли его потребности мы рассмотрели? Веды говорят, что есть еще более тонкие потребности, которые исходят из глубин самой души, которая тоньше нашего психического тела. Согласно ведам,
Душа – это вечный и неизменный аспект нашего «я», в то время как физическое и тонкое тела меняются. Каковы же потребности и признаки души? Ее потребности – вечность, всеобъемлющее знание и счастье. Как порождение временного может желать вечного? Например, наше физическое тело может нуждаться только в тех элементах, из которых оно состоит. Если что-то внутри нас желает вечной жизни, значит, такова природа этого желающего, то есть сознание. Именно сознание является признаком души. Вторая потребность души – всеобъемлющее знание, которое отличается от обычного прикладного знания, необходимого для создания материального комфорта. Духовное знание выходит далеко за границы повседневной материальной практичности и дает ответы на запредельные вопросы бытия – кто мы, откуда мы пришли, каков смысл жизни. Именно в таком знании больше всего нуждается душа. Третья потребность души – это желание быть счастливым и наслаждаться во всех обстоятельствах. Это видно на примере нашего ежесекундного поведения. Мы ищем место поудобнее, пищу повкуснее, выбираем себе удобную и красивую одежду, приятную музыку, стремимся общаться с интересными людьми. Одним словом, не сговариваясь, все пытаются взять от жизни самое лучшее. Согласно ведам, так неосознанно проявляется в нас стремление к совершенству, с которым мы некогда были в контакте. Итак, все это – потребности сознания, исходящие из души. Очевидно, что они вступают в противоречие с ограниченными возможностями физического тела. Это и создает внутреннее чувство неудовлетворенности жизнью даже в условиях материального благополучия. По статистике, максимальный процент самоубийств, вызванных внутренней неудовлетворенностью и ощущением бессмысленности бытия, происходит в наиболее материально развитых странах. Современная наука утверждает, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи или мозга. Однако это утверждение весьма спорно. Ведь сама по себе высокая организация материи уже требует сознательного подхода или разума, манипулирующего материей. Поэтому это определение опровергает само себя. Кроме того, ни один из химических элементов нашего тела, в том числе и клетки мозга, в отдельности сознанием не обладает. Никакое соединение этих элементов тоже не порождает сознание, но тем не менее, каждый из нас обладает сознанием. На языке вед, санскрите, сознание называется термином «джива», откуда происходит русское слово «живой» или «жизнь». Другим термином является «атма», что переводится как «частица духовной энергии» или просто «душа». Ученые Международного института Бхактивиданты предлагают ввести научный термин «спиритон», обозначающий индивидуальное сознание или душу. Он происходит от английского слова «spirit» – «дух», «душа». Эта частица сознания принципиально отличается от мельчайших частиц материи, таких как электроны или позитроны. Основные свойства спиритона таковы. Первое. Он является носителем жизни. Второе. Число спиритонов бесконечно. Третье. Спиритон не может быть создан или уничтожен, то есть он обладает вечной природой. Четвертое. Спиритон обладает сознанием и свободной волей. Пятое. Спиритон обладает личностной природой. Поскольку спиритон относится к категории высшей энергии, в отличие от материи, низшей энергии, то он не обладает материальными характеристиками и потому не может быть обнаружен при помощи материального эксперимента. Однако есть косвенные признаки, по которым мы можем определить присутствие спиритона в материи. Когда материя лишена присутствия сознания или спиритона, она инертна или мертва. Когда спиритон находится внутри материи, материя проявляет признаки жизни, подобно тому, как неживая машина проявляет признаки жизни, когда человек заводит ее. Материя сама по себе характеризуется низким содержанием информации или отсутствием специфической внешней формы, кроме атомной и молекулярной структуры.
Присутствие спиритона в материи наполняет материю высоким информационным содержанием и придает ей конкретную и специфическую форму. Чтобы увидеть это, просто сравните кристаллическую решетку минерала и сверхсложную структуру живой клетки. Присутствие спиритона в материи запускает четкий и отрегулированный механизм обмена веществ, чего не наблюдается в инертной материи. Неодушевленная материя склонна терять свои очертания при трансформации. Но материя, внутри которой находится спиритон, при трансформации и воспроизводстве не теряет своей сложной специфической формы. Мертвая материя не воспроизводит себя, а живая воспроизводит. Например, машина не производит на свет новую маленькую машинку, но живые организмы производят себе подобные формы. Дерево оставляет после себя семена, из которых вырастут новые деревья. Мертвая материя растет лишь за счет внешнего накопления массы. Спиритон внутри материи стимулирует рост изнутри, демонстрируя сложный процесс раскрытия сознания. Например, кристалл просто растет в объеме, не меняя своего качества принципиально. Но живой организм растет, меняя сознание и проходя через такие стадии, как младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Инертная материя при воздействии на нее проявляет лишь пассивное сопротивление материала. Присутствие спиритона внутри материи создает механизм адаптации к внешним воздействиям и проявляется как активное сопротивление препятствиям. Например, попробуйте ударить по мячу. Сопротивление будет лишь на молекулярном уровне. Но если ударить живое существо, в котором есть спиритон, оно либо убежит, либо окажет активное сопротивление, на которое не способна мертвая материя. При наступлении жары мы открываем окна и раздеваемся, а при наступлении холодов – наоборот. Так носитель сознания, спиритон, побуждает нас адаптироваться к окружающей среде. То, что сознание обладает природой, отличной от природы физического тела, можно также понять и по некоторым косвенным факторам. Например, как мы говорим о себе? Называя части своего тела, мы говорим: «Это моя рука», «Это моя нога», «Это моя голова», «Это мое тело». Мы не говорим «я тело». Говоря «мое тело», мы подразумеваем, что у тела есть хозяин, то есть душа. Когда умирает родственник, члены семьи восклицают: «На кого ты нас покинул?» Само это утверждение подразумевает, что из тела ушел кто-то, кто был истинной личностью, хозяином тела. Без сознания души тело теряет всякую ценность, и его либо закапывают в землю, либо кремируют. Интересен тот факт, что химический состав мертвого и живого тел полностью идентичен. Более того, смерть – это мгновенный процесс, когда из глаз исчезает живой блеск, а осциллограф, фиксирующий электрические колебания в мозге, показывает прямую линию. Если взять промежуток времени между тем моментом, когда человек был еще жив, и тем моментом, когда обнаружилось, что он мертв, то за это ничтожно малое время на молекулярном уровне не могло произойти никаких изменений, поскольку для этого понадобилась бы бесконечно большая энергия. Вопрос к ученым: почему человек умер, если в момент смерти не происходило никаких изменений в биохимической структуре? Единственное научное объяснение заключается в том, что в момент смерти от тела отделяется сознание, душа, истинная причина жизни. Поскольку сознание нематериально и не имеет массы, оно отделяется от тела мгновенно, без энергетических затрат. С этого момента процесс разложения тела начинает идти очень быстро. Это происходит потому, что сознание, обладающее вечной природой, сдерживало разрушительные процессы, пока находилось в теле. А потом этот вечный элемент уходит и больше ничего не сдерживает процесса разложения в теле. Опыт клинической смерти также подтверждает разную природу сознания и тела. Около 30% людей, переживших клиническую смерть, вспоминают этот опыт выхода из тела и воспроизводят с большой точностью те события, которые они наблюдали со стороны в
то время, когда их физическое тело было бездыханным. Это подтверждает утверждение вед о том, что душа является источником изначальных чувств. Эти тонкие чувства души связаны с физическими органами чувств через систему тонких энергетических каналов в теле, которые на более грубом уровне переходят в нервную систему и уже соединяются с мозгом и внешними органами чувств. Именно этими внутренними чувствами мы видим сны, когда наши внешние глаза закрыты. Именно так слепая болгарская прорицательница Ванга видела будущее, а внешне глухой Бетховен слышал музыку. Об отличии души от тела говорят не только священные писания, но и некоторые ученые. Еще в 1896 году профессор МГУ Лопатин опубликовал статью под названием «Понятие души по данным субъективного опыта». Основная идея его статьи состоит в том, что внутри тела находится некий субъект восприятия, который фиксирует физические и психические процессы, которые происходят с нами в потоке времени. Самовосприятие движения или прохождение какого-то процесса возникает лишь когда субъект восприятия находится в состоянии покоя относительно какого-то процесса или движущегося объекта. Например, сидя в поезде, мы ощущаем движение относительно неподвижных объектов. Но если смотреть на поезд, который движется параллельно с нашим, на той же скорости и в том же направлении, ощущение движения пропадает. По этой аналогии профессор Лопатин утверждает, что раз наше внутреннее сознание замечает, как меняются наши физические и психические состояния, значит, оно обладает иной природой и находится вне времени. А поскольку вся материя движется во времени, значит, душа нематериальна. Еще одним косвенным доказательством того, что материя и сознание обладают разной природой, является то, что сознание постоянно пытается преодолеть законы природы, сковывающие нашу свободу. Если бы сознание было порождением материи, оно бы безропотно повиновалось законам материального мира. Но мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию. Сознание постоянно пытается вырваться из этих жестких законов. Наука изобретает пути преодоления гравитации, ищет рецепты бессмертия и вечного счастья, что по определению невозможно во временном материальном теле. Поэтому между потребностями души и ограниченными возможностями тела существует постоянное противоречие, не дающее полностью проявиться трем качествам души – вечности, знанию и блаженству. Очевидно, что сознание по своим свойствам отличается от материи. Любопытно, что ленинское определение материи косвенно указывает на то, что мы, как субъекты психического восприятия, отличаемся от своих тел. Согласно этому определению, материя – это объективная реальность, данная нам в чувствах и ощущениях и независимая от них. Если материя дана нам, значит, мы ей не являемся. Это определение имеет смысл только в том случае, когда мы принимаем, что мы как души, носители индивидуального сознания, получаем тела как биологические костюмы. Еще остается открытым вопрос о том, кто дал нам эти столь совершенные костюмы, но об этом немного позже. Итак, тело, психика и душа находятся в той же зависимости друг от друга, как воздушный шар, душа, которая постоянно стремится вверх, корзина, физическое тело, которое тянет душу вниз, и стропы, психика, связывающий шар с корзиной или душу с телом. Другой пример. Тело – это машина, душа в оболочке тонкого тела – это пассажир. Осталось выяснить, кто является водителем этой сложной машины. Очевидно, что это не душа. Наука только сейчас начинает понимать, насколько сложными являются процессы восприятия, пищеварения или обмена веществ. Но эти сверхсложные процессы постоянно происходят в теле без всякого нашего сознательного участия. Как же могут
такие сложные механизмы работать без чего-то сознательного контроля? Чтобы понять эту загадку, придется ввести дополнительную функцию – сверхсознание, которое находится рядом с индивидуальной душой и управляет деятельностью тела. Это сверхсознание или высшая душа является водителем тела. Каковы признаки присутствия сверхсознания в теле? Возвращаясь к иллюстрации с тремя телами, мы должны задаться вопросом, что удерживает вечную душу в рамках временного тела? Что за сила помещает нас в различные ситуации, которых мы не можем избежать? Очевидно, что мы не полностью независимы в жизни. Довольно часто какая-то сила корректирует наши планы. Откуда исходит эта сила судьбы? На этой схеме мы видим, что между физическим и тонким телом с одной стороны и душой с другой стороны находится сияющая личность, от которой исходят стрелки, ведущие к душе и к телу. Веды называют это сверхсознанием или высшей душой, на санскрите – параматма. Именно благодаря присутствию сверхсознания в теле осуществляются столь сложные процессы, как обмен веществ, пищеварение, восприятие. Сверхсознание является источником интуиции, инстинкта, вдохновения, просветления, голоса совести. Эти процессы постоянно происходят в нашем теле и психике, но мы даже не понимаем механизмов этих процессов. Значит, они проходят без нашего сознательного участия. Но можем ли мы найти хоть один сложный и последовательный процесс, который бы не направлялся чьей-то сознательной волей? Поток машин на дороге, товарооборот или финансовые потоки направляются специалистами в соответствии с определенными правилами. Неискушенному взгляду может показаться, что все сложные процессы в теле происходят сами собой, но здравомыслящий человек понимает, что за каждым разумным и спланированным процессом стоит какой-то разум. И если не мы направляем эти процессы в теле, то кто? Возьмем для примера интуицию. Еще ее называют шестым чувством. Всего чувств пять: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Интуиция или шестое чувство означает, что я не слышал, не осязал, не видел, но тем не менее знаю или предчувствую определенные события. Обычная информация проникает в наше сознание через чувства. Но само слово «предчувствие» означает, что мы можем получить информацию из будущего прежде, чем событие произошло и проникло в наши чувства. Как такое может быть? Единственное вразумительное объяснение состоит в том, что мы ее просто получаем от того, кто находится вне времени и имеет доступ одновременно и к прошлому, и к будущему. Это и называется сверхчувственным опытом или интуицией. Интересно, что у животных интуиция работает лучше, чем у людей. Почему? Индивидуальное сознание животных проявлено меньше, чем у людей, и потому параматма или сверхсознание в сердце животного помогает этому живому существу, подобно тому, как родитель делится своей мудростью с ребенком и направляет все его действия, пока тот мал. Животные не читают газет и книг, не слушают последних новостей и не погружаются в бескрайний информационный океан интернета. Поэтому они хорошо слышат этот голос параматмы изнутри и порой удивляют нас своими безошибочными предчувствиями. Но у людей уже больше раскрыт их собственный разум, и высший разум в сердце предоставляет им больше личной свободы, которой мы часто злоупотребляем. У людей каналы восприятия переполнены внешней информацией, и потому они почти глухи к этому внутреннему голосу. В декабре 2004 года на побережье Индонезии и Шри-Ланки обрушилось цунами, вызванное подводным землетрясением. Сотни тысяч людей погибли, но среди животных жертв не было. За 2 часа до удара волны о берег все животные покинули прибрежную полосу, предчувствуя опасность. Под воздействием этого голоса высшего разума изнутри животные совершают порой удивительные поступки. Заболевшая кошка без всякого формального знания ботаники с легкостью находит лечебную траву. Это значит,
что кто-то знает лечебные качества травы и потребности кошки и сводит их вместе. Обычно люди пытаются объяснить подобные вещи загадочным термином «инстинкт». Но если заглянуть в толковый словарь, то слово «инстинкт» объясняется там как разумный импульс, идущий изнутри. А что там внутри, кроме физических органов, лишенных разума? Опять же, мы приходим к идее сверхсознания сердца. Птицы, не зная географии, безошибочно летят на юг или на север. Муравьи строят сложные муравейники, а пауки плетут замысловатую паутину, являющуюся воплощением совершенной инженерной мысли. Пчелы хранят мед в шестиугольных сотах, которые идеально способствуют консервации. Очевидно, что такое точное знание может исходить только из совершенного источника. Эта же форма параматмы, или Бога в сердце, является предметом медитации для йога, согласно древнейшему трактату Патанджали Йога-сутра. Эта форма пребывает в каждом атоме творения, чем и обусловлено сложное строение атома. Благодаря всепроникающей природе, этот вселенский разум координирует карму или судьбу всех живых существ одновременно. Теперь у нас есть полное понимание того, из чего состоит человек. Это в первую очередь индивидуальное сознание или душа, психика или тонкое тело и физическое тело. Все эти структуры связаны между собой благодаря энергии параматмы или высшего разума в сердце. Если сознание обладает вечной природой, а тело временно, что происходит с сознанием в момент смерти тела? По закону сохранения энергии оно не должно исчезнуть. Куда же оно попадает? Какое тело оно получает и почему? Итак, встает вопрос о реинкарнации. Реинкарнация – это не индийская вера о перевоплощении души, а проявление закона сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Если душа достигла в этой жизни определенного уровня развития, он должен сохраниться, чтобы у души была возможность продолжить путь совершенства в более высоких формах жизни. Также и при деградации сознания более низкая форма жизни должна через страдания преподать этому живому существу урок судьбы. То есть реинкарнация формально закрепляет соответствие уровня сознания определенному внешнему телу. Людям трудно принять идею о том, что душа может попасть в какое-то другое тело после смерти. Помогает понять эту внешнюю реинкарнацию внутренняя реинкарнация, которая происходит с нами каждую секунду. Что это значит? Это значит, что мы меняем тело многократно даже в процессе одной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на свои фотографии разных лет. Наука утверждает, что каждые 7 лет все клетки нашего тела постепенно заменяются новыми. Это происходит благодаря обмену веществ. С каждым вдохом, глотком воды, кусочком проглоченной пищи в наше тело входит новая материя. А через выделительную систему из нас выходит старая материя. Этот процесс постоянного обновления клеток делает тело подобным медленному потоку. Когда мы смотрим на реку, нам может показаться, что это одна и та же река, но ведь с верховьев постоянно поступает новая вода. Подобно этому, полный обмен в жировых тканях тела происходит за месяц. Слизистая оболочка желудка обновляется каждые 5 дней. Кожа становится новой каждые 5 недель. Фактически это означает, что тело, как нечто постоянное, не существует. Но поскольку изменения происходят очень медленно, мы их просто не замечаем. Пламя свечи тоже кажется нашему несовершенному взору постоянным. Но если посмотреть на него глазами знания, выяснится, что каждое мгновение одни языки пламени угасают, а другие появляются. Впечатление, что я остаюсь прежним, возникает у нас лишь из-за постоянной природы сознания. Поток материальных частиц тела обтекает душу, меняя наши внешние очертания каждые несколько лет. Это называется внутренней реинкарнацией, то есть сменой тела в рамках одной жизни. Действительно, тело ребенка совсем не похоже на тело взрослого.
а тело взрослого человека отличается от тела дряхлого старика. Итак, внутренняя реинкарнация – это наблюдаемый факт жизни для проницательного человека. А как же обстоит дело с внешней реинкарнацией? В древнем ведическом трактате Бхагавад-гита по этому поводу сказано так. Подобно тому, как душа в рамках одной жизни переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, так и в момент смерти она переходит в новое тело. Подобные изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. То есть внешняя реинкарнация – это процесс того же порядка, что и переход из тела ребенка в тело юноши. Проследить внешнюю реинкарнацию довольно сложно, но иногда возможно. Самым наглядным примером может являться гусеница, которая практически на наших глазах превращается в бабочку, побыв некоторое время в коконе. Что касается человеческих перевоплощений, то на научном уровне этим вопросом уже четверть века занимается американский профессор психиатрии из Университета Вирджинии Иэн Стивенсон. У него имеются сотни задокументированных случаев реинкарнации, которые проверены научно. В качестве примера можно привести случай Шуклы, дочери бенгальского железнодорожника. Ее любимой игрой было качать на руках подушку, называя ее именем Мину. Девочка относилась к Мину как к своей дочери и рассказывала всем об отце Мину и его двух братьев. По словам Шуклы, они жили в городе Бхатпари, и потому она постоянно просила своих родителей отвезти ее туда. Отец Шуклы выяснил, что в Бхатпари действительно жила женщина по имени Мана, которая умерла несколько лет назад и у которой осталась маленькая дочь по имени Мину. Это убедило отца Шуклы в том, что его дочь в прошлой жизни была этой женщиной, Маной. Когда вся семья прибыла в Бхатпар, Шукла безошибочно отвела всех в тот дом, где раньше жила Мана. Затем, среди 30 незнакомых людей, она безошибочно узнала мужа Маны, ее свекровь Шурина и саму Мину. Эти и многие другие детали были тщательно проверены и подтверждены. Другой случай произошел с американской пациенткой Иэна Стивенсона, которая в состоянии гипнотической регрессии заговорила на незнакомом языке. Эту речь записали и показали лингвистам. Специалисты сказали, что это один из диалектов шведского языка, на котором говорят жители определенного района. В этой жизни эта женщина никогда не была в Швеции, не изучала иностранных языков и не интересовалась культурой Швеции. Это явление, когда люди начинают говорить на иностранных языках, которых они не учили в этой жизни, называется явлением ксеноглоссии. Единственным адекватным объяснением этого феномена является допущение, что в прошлой жизни она, как душа, носитель сознания, жила в Швеции. После этого, повинуясь закону причинно-следственной связи, она получила новое тело в Америке. Естественно, что язык ее прошлой жизни за ненадобностью ушел в подсознание, но при определенных условиях он активизировался. Другого вразумительного объяснения феномена ксеноглоссии не существует. В Бхагавад-гите реинкарнация сравнивается с процессом смены одежды. Подобно тому, как человек сбрасывает старые одежды и одевает новые, так и душа оставляет старое и изношенное тело и обретает новое тело. Естественно, возникает вопрос, почему мы не помним о своих прошлых жизнях? Ответ прост. Если бы мы помнили все свои прошлые жизни или хотя бы одну нашу предшествующую жизнь, у нас было бы, по меньшей мере, раздвоение личности. Мы не понимали бы, кто мы такие и чем нам нужно заниматься. Если на одном компьютере одновременно открыть много программ, ему не хватит оперативной памяти справиться с ними, и он зависнет. Подобно этому, если нам сейчас дать память обо всех наших прошлых жизнях, мы просто впадем в ступор. Поэтому Параматма
сверхсознание в сердце дает нам лишь столько памяти, сколько необходимо для нормального функционирования в этом теле. Прошлые тела мы уже использовали, и вместе с исчезновением тела пропадает необходимость памяти, связанная с этим телом. Тем не менее, не все пропадает бесследно. Те программы, которые мы не закончили в прошлой жизни, переходят в эту жизнь и проявляются у нас как естественное призвание или врожденный талант в определенной области. По этому фактору мы можем понять, чем мы занимались в прошлой жизни и какую программу мы не закончили. Например, Моцарт говорил, что он не пишет музыку, а просто вспоминает ее. Уже в детском возрасте, как откровение, на него нисходили готовые музыкальные произведения. С позиции реинкарнации он просто транслировал свой музыкальный опыт прошлой жизни. Логика реинкарнации проста. Как сегодня мы продолжаем делать то, что не закончили вчера, вспоминая об этом после ночного перерыва, так и после смерти, которая означает перерыв между перевоплощениями, мы получаем напоминание от Параматмы о том, что нам нужно делать. Механизм реинкарнации подразумевает, что уже в этой жизни своими мыслями, желаниями и поступками мы моделируем свое будущее воплощение. Для того, чтобы наверняка определить вектор своего перевоплощения, то есть понять, пойдем ли мы выше, ниже или останемся примерно на прежнем уровне, необходимо познакомиться с таким понятием, как гуна или качество материальной природы. Веды говорят о том, что материя, влияющая на сознание, неоднородна. Согласно ведам, материя бывает трех качеств – материя в благости, в страсти и в невежестве. Буквально слово «гуна» означает «веревка». Веревками обычно связывают непокорных. Так и души, злоупотребившие своей свободой, попадают в место лишения свободы, где материальная природа – связывает их невидимыми силами или гунами, веревками. Еще гуны можно представить как фильтры, которые в разной степени скрывают сознание души. Также гуны можно сравнить с тремя основными цветами – желтым, красным и синим, которые, перемешиваясь, образуют все остальные цвета. Самих гун не видно, но видны последствия их влияния на сознание. Когда на сознание влияет гуна благости, будучи самой светлой и прозрачной, она меньше всего скрывает качество души. Поэтому люди под влиянием гуны благости интересуются духовностью, пытаются понять всеобщие законы бытия, ищут цель и смысл жизни. Им нравится учиться и познавать мир. В своей жизни они руководствуются высокими моральными принципами и проявляют такие качества, как ответственность, дисциплинированность, чистота, честность, мягкость, бескорыстие. В своей жизни они движимы чувством долга. Гуна страсти представляет собой более плотное покрытие для сознания, и потому люди под влиянием этой гуны значительно меньше интересуются духовной реальностью, и их энергия больше направлена на материю. Даже если они обращаются к Богу, то только по материальным вопросам, прося у него здоровья, процветания и успеха. Это люди энергичные, амбициозные, творческие, имеют много планов на будущее. Это двигатели материального прогресса. Они очень радуются успехам и очень огорчаются неудачам. Ради сиюминутной выгоды они готовы пойти на компромисс с совестью или законом. Их главный движущий фактор – эгоистичное желание. Под влиянием гуны невежества человек проявляет такие качества, как лень, пассивность, апатия. Эти люди часто ведут малоподвижный образ жизни. Они спят больше 8 часов в сутки, с трудом просыпаются, тяжелы на подъем. Они часто опаздывают,
Им трудно начать свое дело, легче следовать за кем-то, чем проявить инициативу. Они привязаны к интоксикациям, таким как алкоголь, табак, наркотики. Им очень трудно бросить эти привычки. Они постоянно чем-то недовольны, любят критиковать других и склонны перекладывать ответственность на чужие плечи. Они склонны к безделью и паразитическому образу жизни. Если человека в гуне благости больше интересует внутренняя работа над собой и желание изменить себя, то человека в гуне страсти больше интересует внешняя деятельность, и им движет желание переделать не себя, а мир. Человека под влиянием гуны невежества вообще не привлекает никакая деятельность, ни внутренняя, ни внешняя. Он предпочитает безделье и праздное времяпрепровождение. Также он склонен все разрушать, начиная со своего здоровья и заканчивая окружающей средой. Он получает наслаждение от насилия над другими и разрушительной деятельности. Естественно, что в чистом виде такие представители трех гун встречаются не так часто. В большинстве случаев эти гуны перемешаны в разных пропорциях и дают разнообразие человеческих натур. Эти гуны динамичны, и потому человек может измениться, сознательно усиливая в своей жизни влияние той или иной гуны. Иногда человек деградирует, а иногда, воспользовавшись знанием, силой воли и свободой выбора, он поднимается на качественно более высокий уровень жизни. Эти три гуны, или силы природы, порождают три основных состояния сознания, в которых может пребывать живое существо. Под влиянием гуны невежества сознание проявляет состояние, которое называется сон без сновидений. Это состояние означает, что живое существо не осознает своего существования. Человек в таком состоянии может находиться лишь непродолжительное время при глубоком сне. Постоянно в таком состоянии пребывают только простейшие живые существа. Под влиянием гуны страсти сознание проявляет состояние, которое называется сон со сновидениями. Оно означает, что мы являемся кем-то одним, а нам снится, что мы являемся кем-то другим. Это состояние сознания соответствует положению большинства людей. Они являются вечными душами, а им, под влиянием гуны страсти, кажется, что они являются временными телами. Путать себя с телом – это то же самое, что путать себя с костюмом, в который мы одеты, или с машиной, в которой мы находимся. Под влиянием гуны благости сознание находится в состоянии пробуждения. В этом состоянии мы начинаем понимать, что являемся чем-то большим, чем просто биологическими машинами. На этом уровне человек четко видит различия между душой и телом и начинает искать духовное знание и путь духовного развития. Однако, даже это состояние пробуждения не является наивысшим, ведь если мы проснулись, но не встали, мы опять можем уснуть. Поэтому веды утверждают, что целью человеческой жизни является возвышение сознания над всеми тремя гунами, включая гуну благости. В ведах сказано, что наше будущее воплощение определяется тем, в каком состоянии сознания душа покидает тело в момент смерти. Например, если сознание в момент смерти пребывает в гуне благости, душа идет в высшие миры, чтобы продолжать путь духовного прогресса. Если человек умирает под влиянием гуны страсти, он вновь получает человеческое тело, чтобы продолжать осуществлять свои материалистические планы. Если же сознание человека в момент смерти погружено в гуну невежества, это открывает ему путь в низшие миры или низшие формы жизни. В этом смысле реинкарнация является совершенным механизмом, дающим душе шанс пожить в разнообразных телах и пройти через многообразный опыт, позволяющий душе постепенно изжить свои материальные желания и обратиться к духовным поискам.
Веды говорят о существовании в этой вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые представляют собой различные сочетания трех гун материальной природы. Из них 400 тысяч – это человекоподобные формы, от снежных людей до гуманоидов высших планет или ангелов на библейском языке. Каков же механизм внешней реинкарнации? Как душа из тела человека может перейти в тело животного? Начинается все с того, что человек уже в этой жизни может опуститься до уровня животного сознания, а новое тело просто закрепит на время это состояние сознания соответствующим физическим телом. Например, если человек в этой жизни проявляет качество хищника, любит совершать насилие и питаться продуктами насилия, он формирует соответствующий менталитет, и бог в сердце или сверхсознание наделяет его соответствующей формой, в которой насилие является естественным. Для животного такое поведение является нормальным, но для человека нет. Если человек совершенно неразборчив в пище, он может получить такую форму жизни, для которой такое питание более типично, чем для человека. Любители поспать больше, чем это необходимо, тоже получает возможность осуществить свое желание в телах ленивцев, медведей или кошек, которые спят до 70% времени. Любители подводного плавания могут получить тела рыб, а любители летать могут получить тела птиц. Человек, сажающий в своей жизни семена насилия, сам потом становится жертвой насилия. Например, русское слово «мясо», как и многие другие русские слова, происходит из санскрита, языка Древней Индии. На санскрите мясо звучит как «мамсах». «Мам» значит «меня», «сах» – «тебя». Оно несет в себе идею причинно-следственной связи. Сейчас ты убиваешь меня, потом я буду убивать тебя. Любителям мяса лучше перейти на соевые заменители или хотя бы отказаться от мяса коров, которые являются самыми полезными животными для человека, и убийство которых – Веды расценивают как убийство человека. Находясь в круговороте причинно-следственных связей, мы запутываемся в сетях кармы, которую сами же создали. Отживая старую карму, человек, благодаря наличию элемента свободы, тут же создает новую карму, которая побуждает его получать все новые и новые материальные тела. Животное практически лишено свободы воли, и потому оно только отрабатывает старую карму, постепенно опять поднимаясь к человеческой форме жизни, чтобы вновь получить свободу выбора. Новой кармы душа в теле животного не зарабатывает, иначе оно навеки было бы лишено шанса подняться выше. Итак, веды говорят, что объективной целью человеческой жизни является достижение четвертого состояния сознания над тремя гунами природы. Это чистое духовное сознание, в котором реализуются три потребности души – вечность, знание и блаженство. Этот уровень достигается благодаря тому, что, поднявшись до гуны благости, человек не останавливается на правильном философском понимании жизни, а начинает заниматься практической духовной деятельностью – медитацией, молитвой, служением Богу. Если человек живет в гуне благости, он получает максимальное благо от материальной жизни, так как среди всех материальных качеств гуна благости является наивысшей. И еще он получает перспективу духовного развития. Поэтому такой образ жизни можно назвать путем прогресса. Если же человек выбирает для себя стандарт жизни в гунах страсти и невежества, тогда он не может получить высокого качества жизни даже на материальном уровне, и ему практически закрыта перспектива духовного развития, так как в невежестве и страсти человек не способен глубоко понять духовную философию и стабильно заниматься духовной практикой. Поэтому это можно назвать путем деградации. Для того, чтобы помочь душе реально возвыситься над материей, в человеческом обществе существуют различные эволюционные системы. Веды называют эти практики универсальным термином «йога», который означает «связь с Богом».
На Западе это понятие представлено термином «религия». Йога имеет несколько ступеней. Первая ступень – карма-йога, подразумевает, что человек связан с Богом через свою профессиональную деятельность, карму, или через свое физическое тело. Вторая ступень – гьяна-йога или санкхья-йога, означает, что связь осуществляется через духовное знание или наше тонкое тело. Третья ступень – это аштанга-йога, восьмиступенчатая йога, связь с Богом через медитацию и контроль дыхания. Первые четыре ступени этой практики знакомы нам под названием хатха-йога, а четыре высшие ступени именуются раджа-йогой. Высшая форма йоги, Бхагавад-гита, провозглашает бхакти-йогу, связь с Богом, через любовь и преданность души. Эта практика включает в себя элементы всех предыдущих систем, но превосходит их все, потому что она задействует нашу самую глубинную сущность – душу. Остальные практики йоги задействуют только оболочки души, физическое и тонкое тело. Человеческое тело подобно энергетической установке, которая предназначена для возвышения сознания. Сознание души циркулирует по тонким энергетическим центрам тела, чакрам, которые отвечают за определенные функции. Низшая чакра, Муладхара, отвечает за накопление жизненной энергии в нерафинированном виде. Ее влияние в нашей жизни проявляется как инстинкт накопительства. Вторая чакра, Свадистхана, связана с половой функцией человека. Третья чакра, Манипура, находится в области солнечного сплетения или желудка и отвечает за пищеварение. Эти три нижние чакры связаны с физиологией человека. Четвертая чакра в области сердца называется анахата, и она отвечает за эмоции, любовь, сострадание и милосердие. Пятая чакра находится в области горла у корня языка и связана с коммуникативной функцией человека, способностью говорить и формулировать мысли. Шестая чакра, агья или аджна, находится в межброви и еще называется третьим глазом. На Руси эту чакру называли чело. Слово «человек» означает того, кто потратил век, чтобы открыть свое чело, или другими словами, обрести правильное видение и понимание мира. Поэтому стать человеком в истинном смысле этого слова не так-то просто. Наши предки называли тех, у кого были активны только три нижние центра, словом «жить», подразумевая, что они интересуются только своим биологическим выживанием. Те, у кого уже было открыто сердце, и кто способен на сострадание и помощь другим, назывался словом «люди» или «люди». Те, чье сердце закрыто, назывались словом «нелюдь». Высшая седьмая чакра в районе родничка на соединении черепных костей называется Сахасрара, тысячелистный лотос, что символизирует полное раскрытие потенциала сознания, в то время как низшая чакра символизирует сознание в стадии семени. Человек в своем развитии должен пройти путь от полного эгоиста и потребителя до человека дающего, способного полностью посвятить себя духовному служению и вручить себя Богу. Согласно ведам, наилучшей формой гармоничного развития чакр является бхакти-йога, связь с Богом через любовь и преданность. Эта практика воздействует на сердечную чакру, то место, где находится душа. Так происходит гармонизация всех чакр, от центра к периферии. Сердечная чакра является центральной и выступает своего рода мостиком между тремя низшими и тремя высшими чакрами. Благодаря духовному открытию сердца, низшие центры также одухотворяются, и это выражается в том, что потребность в еде, сексе и накоплении естественно уменьшается. Питание, как правило, становится вегетарианским, а сексуальная любовь начинает трансформироваться в более возвышенные формы. Что касается высших чакр, то речь человека, зависящая от состояния пятой чакры, очищается от нечистой лексики и становится более одухотворенной. Шестая чакра начинает давать человеку правильное понимание жизни. На этом уровне
он способен не только понять Бога, но и полюбить Его, так как интеллект становится эмоционально окрашенным благодаря открытию сердца. На основе этого человек принимает решение полностью посвятить себя духовной практике, в процессе которой происходит непосредственный контакт с Богом, и все три потребности души – вечность, знание и счастье – полностью реализуются. Веды постулируют существование двух видов реальности – изначальной духовной и вторичной материальной. Они соотносятся друг с другом как объект и его тень. Хотя тень по форме напоминает объект, она лишена внутренней сути. Например, нарисованное дерево может очень походить на настоящее, но оно не может дать плодов, цветов, древесины. Также и наш материальный мир при всем его разнообразии является лишь трехмерным отражением многомерной духовной реальности. Духовный мир существует вечно, а материальный мир, как тень, при определенных обстоятельствах может появляться и исчезать через определенные временные циклы. Согласно ведам, изначальным домом для всех душ является духовный мир, где центром всех отношений является Верховная Божественная Личность. Бог обладает полной свободой и независимостью, так как Он является источником всех энергий. Душа, будучи частицей Бога, обладает лишь частичной независимостью. В процессе вечного существования душа может воспользоваться своей частичной независимостью, и тогда она вынуждена уйти из духовного мира в мир материальный, где Бог не очевиден и присутствует лишь как вселенский разум, параматма, контролирующий законы мироздания. Здесь душа может попробовать жить в относительной независимости от Бога. Однако ничто не может заменить душе Бога, и пройдя через многочисленные перерождения, душа может задуматься о возвращении в духовный мир. Тогда параматма из сердца начинает направлять эту душу туда, где практикуют различные духовные пути. Разные духовные традиции подобны спасательным лестницам, спущенным из духовного мира, поднимаясь по которым душа постепенно выбирается из материального мира. Итак, человек – это соединение вечной души с временным материальным телом. Тонкое тело является тенью души или проекцией сознания души на материю. Тонкое тело или материалистичное сознание является соединительной тканью между душой и телом. Когда тонкое тело пропитано материальными представлениями о жизни, душа отождествляет себя с телом. Когда в наше тонкое тело попадает духовное знание, ум и разум очищаются от ложных представлений о себе, и тогда складываются благоприятные условия для возвращения вечной души в вечный мир. В противном случае вечная душа вынуждена вечно скитаться по материальному миру, меняя тела, как одежду. Вследствие светского образования сознание лишено духовной альтернативы, и потому человек склонен отдавать предпочтение потребностям своего материального тела, игнорируя свои истинные духовные интересы. Фактически это означает, что он не способен отличить первичное от вторичного. Он забывает о том, что его тело живо лишь до тех пор, пока в нем есть сознание, душа, и сверхсознание, Бог в сердце. Таким образом, душа оказывается в положении батарейки, которая питает тело. Она превращается во владельца машины, который занимается только машиной и забывает о своих личных интересах. В этом случае получается, что хозяин существует для машины, а не машина для хозяина. Очевидно, что машину нужно регулярно заправлять бензином. Но владелец машины бензин пить не будет, ему нужно другое питание. Что же является пищей для души? Душа питается духовной энергией, идущей прямо от Бога. В чем это практически проявляется? Замечено, что у сознания всех живых существ есть одна общая особенность.
оно стремится к самым привлекательным проявлениям реальности. Из всего окружения мы моментально выделяем самое яркое, красивое и привлекательное. Это говорит о том, что сознание имеет врожденную эстетическую ориентацию. Веды объясняют, что Бог по своей природе является самой привлекательной личностью, а этот мир является его творением. Поэтому живое существо в чистом сознании привлекается самим Богом, а когда сознание души покрыто тремя гунами, тогда оно склонно привлекаться не Богом, а его творением. Однако в любом случае душа привлекается Богом либо прямо, либо косвенно через материальную природу. Поэтому веды называют Бога термином «всепривлекающий», что на ведическом языке санскрите звучит как «Кришна». То есть Кришна – это имя, которое указывает на всепривлекающую природу Бога. Как же душа может получить от Бога духовную пищу? Веды рекомендуют питание для души в виде духовного знания, медитации на форму Бога и в виде практики повторения имен Бога, как молитвы или мантры. Бог, обладая всепроникающей и абсолютной природой, не отличен от своего имени, и потому в этом имени содержится вся божественная энергия. В нынешнюю эпоху в качестве самой эффективной мантры веды дают мантру «Харе Кришна». Полный ее текст звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эта мантра переводится так. О Господь всепривлекающий, Кришна. О Господь всерадующий, Рама. Пожалуйста, прими мое служение тебе. Эту мантру можно повторять как индивидуально на четках, так и коллективно в виде воспевания. В процессе повторения этой мантры происходит очищение тонкого тела. В результате этого у души усиливается духовный энтузиазм и ослабевают материальные желания. Очищение реально проявляется в том, что человек легко освобождается от вредных привычек и формирует духовную систему ценностей, в которой Бог занимает главенствующее положение. Кроме духовного эффекта, происходят и позитивные материальные изменения. В 1996 году в Университете Флориды, США, на факультете психологии, был проведен научный эксперимент по выявлению воздействия этой мантры на психику и здоровье человека. После месяца повторения мантры по 20 минут каждый день в группе участников было выявлено, что показатели гуны невежества, такие как склонность к депрессиям, привязанность к табаку и алкоголю, снизились на 18,5%. Влияние гуны страсти, проявляющейся в стрессовых состояниях и тому подобном, снизилось на 10%. Влияние гуны благости, напротив, возросло на 7%. Многие участники почувствовали большую уверенность в себе, стала проявляться большая способность управления кризисными ситуациями, кто-то заинтересовался вегетарианством и так далее. Это говорит о том, что мантра «Харе Кришна» обладает объективным позитивным действием на всех людей, независимо от убеждений и веры. В заключение можно сказать, что духовное развитие является возможным и необходимым для всех людей. Оно возможно потому, что все мы – духовные существа, и пока мы не реализуем свою духовную программу, мы не сможем быть счастливыми. Наша жизнь – будет оставаться неполной, несмотря на все материальные достижения. Необходимой духовная жизнь является потому, что если человек не готовит себя к духовному будущему, значит, он неосознанно готовит себя к неизбежному кризису системы ценностей. Динамика жизни такова, что с годами способность наслаждаться через физическое тело уменьшается, так как чувства тела слабеют. Поэтому человек должен готовить себя к переходу на альтернативные источники счастья, которые не связаны с материей. Духовная жизнь является естественным и надежным убежищем для души, которая неизбежно приближается к выходу из тела. Если вас заинтересовала ведическая философия и культура, мы рекомендуем вам обратиться к книгам «Бхактивиданты с вами Прабхупады» издательства BBT
или в ближайший центр общества сознания Кришны. Адреса центров и другую интересующую вас информацию вы можете получить в интернете на сайте krishna.ru.